1 сентября в разные годы на свет появились советский актер театра и кино Сергей Харченко, советская и молдавская эстрадная певица Надежда Чепрага, российская актриса театра и кино Дарья Мороз и другие известные личности. В народном календаре сегодня Фёкла Свекольница. На Фёклу наши предки подмечали, какой дует ветер. Если с юга, то это сулило большой урожай овса. Фёклин день пришел, овёс дошел, говорили крестьяне. Этими другими событиями и фактами был ознаменован первый день сентября в истории. Удачи в делах вам и всего только самого доброго. На календаре 1 сентября. 1 сентября 1872 года открылся первый съезд земских врачей Самарской губернии. В его работе приняли участие 12 человек, 6 городских врачей и столько же от уездов. Открытие аптек, борьба с инфекциями – именно эти вопросы на съезде рассматривались как ключевые. 1 сентября 1902 года в Самаре на землях Николаевского мужского монастыря началось строительство здания духовной семинарии. В наши дни она имеет статус высшего учебного заведения. Сегодня вся страна отмечает День знаний. Официальный статус этот праздник получил еще в советское время 1 сентября 1984 года. Раньше, например, во времена Петра I в некоторых школах и гимназиях обучение начиналось в конце августа, середине сентября или октября, а сельские школы грамоты начинали работать и вовсе с 1 декабря.